Друзья, здравствуйте, мы снова в Листвянке и снова в туманной Листвянке. Куда-то на тот берег, в порт Байкал, нам нужно перебраться, и дальше нас ждет очень-очень интересный путь. Я надеюсь, что он будет не таким туманным, как кажется отсюда. Первый раз плывем на пароме. Разные виды транспорта мы использовали, такой еще нет. Итак, мы переправились на другой берег и находимся возле таблички, информирующей нас о том, что мы находимся на истоке реки Ангара, единственной реки, которая вытекает из Байкала. Ну и немножко дополнительно достопримечательностей, паровозик, который раньше возил людей по Кругобайкальской железной дороге, вокзальчик. Начало, я считаю, хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Порт Байкал. Настоящий порт с кораблями, катерами. И с очень-очень прозрачной байкальской водой. Каждый камушек видно. А здесь на берегу сделали симпатичную фотозону. Ну, можно не фотографироваться, просто сидеть на лавочке, смотреть. Еще одна лавочка, памятник морякам. А слышите, как чайки кричат? Смотрите, он катер как будто по воздуху. Да, катер как будто по воздуху. И вода прозрачная, как в Средиземном море. Жалко, только горы не видно. Такая симпатичная качелька стоит на берегу. Качаешься, смотришь на воду. Красота. Чтобы видно было вот так вот. Так вот видно воду. Так, ну и, собственно, зачем мы сюда приехали? Не только, чтобы покачаться на качельке и посмотреть на Байкал. Нас интересует из этих двух тропинок нижняя, маршрут исток Ангары. Не знаю, что нас ждет впереди, но предполагаю, что должно быть красиво, интересно и не очень трудно. Осторожно, медведи. Ладно. Маршрут. Две части. Короткий и длинный. Длинный позволяет увидеть затопленный участок КБЖД. Короткий просто до красивой смотровой площадки.
деревянная лесенка ведет наверх, 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 уходя куда-то вдаль. Очень хорошо, когда знаешь, сколько тебе еще осталось идти. Всего лишь 100 ступеней наверх. Лесенка выводит вот на такую площадочку. Сейчас подойдем ближе. Возле храма развилка. В одну сторону на маяк, в другую сторону к затопленной ветке КБЖД. Мы пойдем сначала на маяк, а если потом силы останутся, сходим и на КБЖД. А кто-то вот живет вдали от суеты в гостевом домике рядом с Байкалом. Еще одна минутка познавательной информации. На стенде можно прочитать все о маяке, к которому мы сейчас подходим. Вот такая теория. И где-то там вдали будет практика. Коротенькая тропинка привела нас та-дам, к маяку. Какой-то он совсем маленький. Лидочка отмечает, что маяк совсем маленький. И совершенно непонятно, как его можно сфотографировать. Я вообще не думаю, что нужен большой маяк. Главное не размер, а мощность. Маяк открыт для посещения. Можно забраться наверх и посмотреть на эту часть Байкала, истокон горы и до самой-самой Листвянки. Давайте еще раз посмотрим. Внизу вокзал, на который мы прибыли, и причал, к которому приплывают паромчики. Видишь, паромчик? И этот паромчик поплывет вот туда, в Листвянку. Мы еще не дошли до белого камня, а уже вот такая красота. Листвянка там вдали. А? Как стоило приехать на паромчике на бережок. И вот мы поднялись на площадочку, в которой видно, собственно, истокон горы. Люди в интернете не соврали, видно, ничего не видно, а это тот самый белый камень. Понимаю, что план получается длинный, но как можно остановиться и не показать всю мощь и всю ширину этого места? Мы посмотрели исток Ангары и теперь вернулись к развилке возле храма. Попробуем посмотреть затопленную ветку КБЖД. Ну или какую-то часть этого маршрута пройдем. 8 километров путь не близкий. Не уверен, что он нам по силам. Но сколько пройдем, столько пройдем. Шли мы, шли по тропинке. И тут раз — самые настоящие заросли брусники. Под звон колоколов наблюдаем очередной предупреждающий знак. Вот как ходить там, где
медведя. Не ходить по одному и шуметь. И вот мы дошли до очередного столбика, и дальше уже не такая широкая дорога. Тропинка и то не очень хорошо различимая. Тропинка привела в сказочный березовый лес. Это вот такая настоящая русская красота. Не скажу, что сибирская, потому что в Сибири больше все-таки ожидаешь встречать хвойные. Ну, красиво. По пути по чудесному лесу очень важно обращать внимание на указатели. Потому что если немножко зазеваться, то можно уйти куда-то туда, к медведям. На этой развилке обязательно нужно повернуть резко вправо и пойти уже вниз. Более широкая дорожка должна привести куда-то к виду на истокан горы. По ходу дела появилась информация, что эту тропу оборудовали не очень давно и вложили в нее 4 миллиона. Но пока что из этих 4 миллионов видно столбики с указателями и вот такую беседку. Еще одна была на белых камнях, на белой скале. Ну, непонятно, где остальное из 4 миллионов. Прошли еще немножечко вниз по тропе. И вот такой вид открывается впереди. Любопытный. Давайте так аккуратно скажем. Пока что не фееричный, но интересный. И не очень тяжело было сюда идти. Быстро, тропа легкая. Ну, почему бы и нет. Кто-то живет с террасой с видом на Байкал. Ну, или как минимум на Ангару. Симпатичный домик такой. И забор, обратите внимание. Чисто символический. Без цели отгородиться глухой стеной от всей окружающей красоты. Вышли мы на берег. Это уже точно Ангара. Байкал остался позади. Ой, ну какая красота и какой простор. Очень-очень прозрачная вода. Ну а что? Она же вытекает из Байкала. Не успевает засориться. Загадочная история с этой затопленной веткой Кругобайкальской железной дороги. Хочется верить, что, может быть, это часть ее и есть шпалы в луже. Итак, это конечная точка маршрута. Вот эта водопропускная труба символизирует завершение нашего пути. Ну, прямо скажем, вот эту часть вовсе не обязательно было проходить. Не особо она впечатлила. Так, для галочки заметочку сделать, что мы прошли весь этот 8-километровый маршрут. Но на самом деле, мне кажется, наблюдать вот эту часть Ангары лучше все-таки с катера, с воды. Гораздо живописнее будут виды. Ну, вот, пожалуйста, конец маршрута.